На скамье подсудимых Лев Круглов. Его обвиняют в подготовке к похищению и убийству бывшего мэра Владимира, а ныне главы администрации Суздаля. Как считает следствие, похититель собирался вымогать у Сергея Сахарова 10 миллионов рублей. Чтобы высокопоставленный чиновник не пошел в полицию, Сахаров должен был умереть. Тело сити-менеджера Круглов намеревался отвезти в багажнике автомобиля на свалку и там захоронить. Несколько раз он выезжал в Суздаль, пытался отследить маршрут его передвижения на территории города Владимира. Он приискал гараж, в котором намеревался совершать свои преступные действия, подвергать пыткам. Как установили следствие и суд, пытать Сахарова похититель собирался строительными инструментами – шуруповертами, ножами, напильниками и иглами. Ими он намеревался методично отсекать пальцы рук и спиливать зубы своей жертве. Сорвали покушение силовики и правоохранители. На допросе Круглов свою вину признал. Он рассказал следователям, что с выкупом собирался бежать за границу, но позже от своих слов обвиняемый отказался. В отношении него проведена психиатрическая экспертиза. Специалисты обнаружили у 30-летнего Льва Круглова органическое расстройство личности, но признали вменяемым. В принудительном лечении мужчина не нуждался. За приготовление к похищению, вымогательству и убийству гособвинение просило суд отправить Круглова на 10 лет за решетку. В зале суда приглашение приговора Круглов выставил себя героем настоящего криминального романа. Он написал письмо своей возлюбленной. В нем попросил, несмотря ни на что, запомнить его таким, какой он есть сейчас. А над посланием нарисовал льва, который передает сердце Розе. Роза, видимо, символизировала его возлюбленную. Строго говоря, послание осталось без ответа. Девушка видимых эмоций не проявляла. Хотя увидятся они теперь не скоро. Наказание назначить Круглову окончательное. Наказание в виде лишения свободы на срок 9 лет с отбыванием в исправительной колонии строгого режима и с ограничением свободы на срок 1 год. Меру пресечения Круглова до вступления приговора в законную силу оставить прежней в виде содержания под стражей. Приговоренный с решением суда не согласен. Средством массовой информации он заявил, что в деле очень много неточностей. На инструменты, на которые ссылается судья, на них нет ни следов моего ДНК, ни моих отпечатков пальцев. А запись, которую вот СМИ показывали 25-26 полгода, там видно, что в момент задержания я нахожусь в кожаной курточке. А после задержания на некому фляж, то есть меня переодели. Вину свою Круглов так и не признал, а само дело против него назвал сфабрикованным. Приставам, видимо, такой интерес СМИ к приговоренному очень не понравился. Инициировано. Я отсюда сказал. Что непонятно? Зачем толкаться? Непонятно. Зачем так себя вести-то с прессой? Так вот. Ну зачем так жестко-то? Такое поведение пристава по отношению к сотруднику телеканала мы считаем некорректным и просим руководство Ленинского райсуда обратить на это внимание. Что касается Льва Круглова, стало известно, что его жертвой мог бы стать не только Сергей Сахаров, а и директор крупного мебельного рынка, и даже губернатор Орлова. Никита Королев, Артем Горчаков, 6 канал.